у самолета. Собрались. Это же белый, порыжевший. Это, братья, что, отбили самолет? Отвоевали. Один тут, один внутри. А как зовут этого? Ой, езда. Чип. А, это чип. А можно в глаза смотреть? Можно. Это Герда? Даже подходить можно, фотографироваться. Пойдем. Фотографироваться. Пойдем. Чипик. Привет, Гердочка. Хорошая девочка. Так, давайте телефончик девочкам, пусть вас щелкают. А у меня вот она меня сфотографирует. Ладно, делай так. Во. Молочко. Оль, с Олегом Алексеевичем получается. Посмотри на меня. Это просто космос. Угу. Хорошо. Иначе гладкие не будут. Улыбается. Облизывается. Хочешь видео сниму? Наблюдает чип. Ой. Хочешь видео сниму? Ольга, как ваши впечатления? Я не пойму, ей нравится или нет. Так меня посмотрела. Лучше, чтобы ей нравилось. Герда. Турист. Ну, платьюшка. Не можно. Можно вставать? Да, меняйтесь. Спрашивали о Болиных впечатлениях, но она больше говорит, не знаю, Геоде нравится или нет. Олег Алексеевич, можно я вас попрошу посмотреть? Девочки, девочки. Вы девочки только на мобильные, а мне что-то на такое. Нет, пусть они пусть ваш возьмут, или давайте мне. Они отказываются на отрез. На отрез отказываются, давайте, я не откажусь. Ну что, фотографируйте на свой тогда, как обещали. Гердочка, Гердуля. Еще вот на этот муж. Угу. Спасибо. Герда так посмотрела на то, что положили фотоаппарат. Все, спасибо. Что-то она совсем не страшная какая-то. Симпатично. А как ее зовут? Герда. Герда? Умереть не встать. Умереть не встать. Приятно тебе, да, малышка? Такая спокойная, а кроме будет. Снимешь видео? Да. Она не всегда такая бывает. Тут второй день, да, Олег Алексеевич, как она такая? Да, тебе а приятно. Бывает? Гуляла. Нравится неделю. Тебе. Красотка. Так что вам повезло. Можно за ушком? Да. А как ей больше всего нравится? Мне все нравится. Спасибо тебе большое. Обычно туристы вот так у нас. Мужчинам с одним вожанцем. Ой, да? Она так на меня хочет. Ой. Ложа. Ну?
любовь-морковь. Они такие соблаженные. Ой, неприятно, да, раз глазки закрывают? Бум. Бум. Притомилась. Скажи, Геда, лежала бы так и лежала в обнимку. Ничего себе. Зубы, где наши зубы, кажется. Вот. Ой. Молодец. Скажи, куда папа пошел? Они вас воспринимают как главного самца? Давайте здесь. А тут Чипа. Думаю, то ли уже текать, то ли чуть-чуть я подождать. Да, смотрим, улыбаемся. Мне кажется, он рычит. Скажи, да не смотрю я, папа, да. Я просто Дэйва охраняю. Спасибо большое. Что у нас такое? Не сравнишь. Кто рычит? А там Дэй внутри? Нет, Кай? Этот Кай. Кто отжал Олежкин самолет? Кай. Скажи, теперь здесь буду жить я. Кай. Кай. Кай не можно. Кай не можно. Кай. Пошел, пошел, пошел. Кай. Кай. Оба. А туда вылезти не можешь. Иллюминат. Да, да, вот. Здесь зайдет лев. Это ж не Олежка. Тудух, 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 тудух. Сам себя запугал. Засунул лапу в иллюминатор и сам себя испугал. А не надо у Олежки забирать самолет. Он знает, как со своей недвижимостью обращаться. Дуэбелек. Да. Вот так. Не надо залиться на чужую недвижимость. Пойдем туда. Где-то даже совсем не повело. Возвращается назад. Да. Кай. Самолет думает. Машинка уехала. Так, мы дальше едем с вами по саванне. Сейчас будем видеть других львов. Привет, ребята! Это малыш? Да. Привет, малыш. Привет, малыш. Интриган. Ай, мальчик. Ай, ты мой. Тут кто-то всем всю мощь тебе разобрал, а? Мальчик. Давайте, девушки, давайте с боевым львом малышом сюда и его подружкой, пока они не возражают. Выходите сюда. Татьян, вас можно? Угу. И потом еще вот это. Так. Вот спасибо. Это спасибо и вот большое. Это. Я думаю, будем снимать на три камеры.